День 8. Мы вернулись назад в Барселону. С корабля мы уже вышли. Самолет у нас только завтра, так что сегодня целый день мы погуляем по Барселоне, что-нибудь еще поснимаем. И завтра уже домой. Мы зашли в кафедральный собор. Тут гуси. Это вот мэрия Барселоны. Мы добрались до парка Güell. Ну, это вот одно из творений Гауди. Такой мост, как будто из песка сделанный. Вон вдалеке Саграда Фамилия. Все строится. Чувствую, что она будет еще минимум лет 10 строиться. Так как она строится только на пожертвования, поэтому так долго продолжается стройка. Друзья, 20 минут ходьбы быстрым шагом, и мы добрались, пожалуй, до самого главной достопримечательности Барселоны. Еще одно творение великого Гауди. Саграда Фамилия. Вот вы можете ее видеть во всей красе. Очень грандиозно и масштабно. Это старый королевский дворец. Так, мы добрались до нашего номера.
что у нас разрыв с самолетом был всего один час. Мы решили не рисковать и переночевать в Барселоне. Это вкратце покажу вам номер. Маленький такой, уютный, ничего лишнего, так как нам только здесь переночевать нужно будет. И вот красивый вид такой на малюсенький балкончик. Но отсюда открывается вот красивый вид на крепость. Это церковь Санта Мария дель Мар. Вот вход на французский железнодорожный вокзал. Постройка 30-х годов. Здесь вот вход в кафедральный парк. Ну, прямо в парке занимаются йогой. Вижу много сумок, вероятнее всего, туристы. Парк достаточно большой. Там вдалеке вот барселонский зоопарк. Вон там вдалеке гора, называется Тибидабо. И на самом верху, если видно, монастырь Монсеррат. Нынешний парламент Каталонии. В середине парка вот такое озерцо с островком. Можно поплавать на лодочках вместе с уточками. Вот такой огромный мамонт. Испанская лестница. Испанская лестница вот с фонтаном. Она на реконструкции, потому фонтан не работает. Еще одна вот такая инсталляция. Везде по всему парку все лавочки, все столы, вот прямо на траве люди расположились, кушают. Возможно, сегодня воскресный какой-то у них праздник. А это вот музей науки, называется «Костел трех драконов». Вот мы будем уже выходить из парка, пойдем дальше. Вот это памятник Риусу и Таулету. И там вдалеке триумфальная арка. Сейчас мы попали на какую-то ярмарку возле триумфальной арки. Посмотрим, что здесь у них интересного на ярмарке. Сегодня явно какой-то праздник воскресный. Потому что не думаю, что каждый день вот так проходит ярмарка. Я уже где-то потерял Витю. Дай бог здоровья тому, кто придумал интернет. Сейчас найду его. Креветки, морепродукты, мясо. Очень похоже что-то на шурпу. Какие-то фрукты. Пахнет очень вкусно. Прямо возле кафедральной арки идет какая-то программа. Знаете, поразительно, вот пути для трамваев. Только что мы шли, и проходят трамваи. Только обратил внимание, что они идут прямо по траве. В день проходит не одна сотня трамваев. И как эта трава еще зеленая, и ничего с ней не случилось. Загадка природы. Мы вышли к пляжу. На пляже людей мало, потому что недавно прошел дождик. Ну, уже вроде закончился.
Есть вот такая бухта с огромным количеством яхт. Ну вот на этом пляже людей полно. Да и солнышко уже вышло. Ну, попугайчики пасутся. У нас они продаются, а тут они так вот просто на воле пасутся. Ну, здесь на балкончике такая Мерлин Монро для всех танцует. Там написано «Эротик музей». Музей эротики. Она нам машет, нас целует. Все, Витя, пошли. Вот сейчас цигель-цигеля-люлю нас затащит. Друзья, ну что, мы зашли поужинать. Чтобы выпить. У нас для хороший повод. Спасибо. Цветлеть, день рождения. Чемпионы. Оценочку поздравляю. Юбилей. Начинаем, что у нас получился праздновать именно в Барселоне. Так что начинаем праздновать. Главное так вот затянуть, чтобы завтра не опоздать на самолет. Друзья, наше путешествие подошло к концу. Мы прилетели в Румынию, в город Бухарест. Ждем автобус. Через полчаса направимся в родной город Кишинев. Хотелось бы пару слов сказать о нашем путешествии, рассказать вам о нашем клубе. Клуб называется End Cruises, участником которого мы являемся. Особую благодарность и признательность хотелось бы выразить Татьяне Патынге. Это девушка, которая нас пригласила в этот клуб, благодаря чему мы уже который год являемся участниками этого клуба. Путешествовать с клубом End Cruises всегда комфортно, весело, позитивно, активно и, что самое главное, недорого. Участники клуба End Cruises могут путешествовать по всему миру. В клубе 5500 круизов на любой вкус в разные страны мира. Если вы участник клуба, вы автоматически можете покупать билеты в два раза дешевле, то есть с 50% скидкой. Если кого-то заинтересовало это предложение, пишите мне в личных сообщениях или комментариях, я обязательно вам все расскажу подробно, как стать участником нашего клуба. Ну что, буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал в YouTube, ставить лайки. Всего вам доброго, пока-пока!